Здравствуйте, дорогие мои подписчики, ну и кто еще не подписался на мой канал. Самые праздничные свечи сегодня мы будем с вами делать, покажу вам мастер-класс. Вот такой вот он, в таком они размере продаются. 26 сантиметров на 41 или на 40. Значит, вот формочка от печеньки, Сердечки вот я выбрала, звездочки и вот такие вот цветочки. Вырезаете с помощью формочки 8 звездочек, складываете их стопочкой, все 7, кроме 8 оставляете на самый, чтобы не видно было фитилька с обратной стороны. Так как у нас свечки сборные, фитилек придется делать вот так. И хорошенечко их приминаете между слоями. Ну, вот я не каждый делаю. Порошочек корицы и кисточку, чтобы руки не марать. Закрываем последний 8 звездочкой. Почему 8? Я сейчас объясню. Оптимальный вариант вообще для свечки по толщине — это первое. Второе, края закрываются вот такой полосочкой. Эта полосочка 1, 2, 3 сотых. Очень удобно. Начинаем с впадинки, любой, неважно откуда, берете и вот так вот приминаете, формируя звездочки, лучики. Стараемся делать ровно. Если осталось, обрезать лучше, чтобы не видно было столько. И следующие 3 полосочки начинаем отсюда, сюда. Вот такие вкусные свечи. Здесь еще очень хорошо плавают. Можно сделать как плавающий.